Я знаю несколько гениальных ученых, которые создают оружие. Мы такие виды вооружения можем произвести сейчас. Я знаю, такие заметки есть. Не то, что какая-то там Турция. Мы весь мир можем захватить. О чем речь? Наша мысль вселенского космического масштаба. Но мы внутренне готовы. Нашей силой, нашим оружием войти туда. Вернуть земли нашей бесхозной Западной Армении, которая действительно просто бесхозная находится там. Я как опытный военный, никакой проблемы нет. Да даже сейчас, я уверенно говорю, я клянусь, мы можем и Генджу взять, и Баку, также и в Стамбул можем войти, уверен, способы знаю, я уверен. И все наши смелые командиры, которые, слава Богу, живы. Пока в строю? Да, в строю. Только один вопрос есть. Как содержать это потом? Как мы собираемся это держать потом? Мы даже маленькую Армению не можем содержать с Арцахом вместе. Если до моря дойдем, как потом держать будем? И согласно Макиавелли, в его трактате «Государь», он, когда входил, освобождал новые земли или оккупировал новые земли, разницы нет в экономическом значении. Вся экономика вставала на службу экономики этой страны. Да, вот мы вошли, освободили Лачин, Кельбаджар. Но что сделали мы? Когда говорят первый президент, основатель, освободитель Арцаха, мы сожгли все там, сожгли и разграбили все. А почему у нас сейчас нет экономики? Если бы все освобожденные территории, экономика там, представьте, ведь Агдам был как 5 Степанакертов по размеру. Представляете, Агдам бы всей своей экономикой послужил бы для Армении. Мы говорим об этом сейчас, чтобы завтра мы не повторяли те же ошибки, какие будут действия завтра. Наши действия на завтра — это подготовка ко всему этому. Чтобы то, что у нас будет завтра, чтобы мы были к этому готовы. Готовы не грабить это, не уничтожать, не разрушать это. Даже пленных мы не могли содержать, вынужденно возвращали их. Мы могли бы их заставить работать, этих ненужных пленных. Мы столько оружия взяли. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.